Всем привет, ребят, и сегодня мы с вами будем играть в ПВЗ вторую часть. Я тут уже в Египет, и у меня... И тут довольно-таки интересно, всё интересно. И вот... Сейчас Египет. Даже зомбоса. И мы сегодня с вами, короче, будем проходить. Я не знаю, до какого будем. Нам главное. Не знаю, реально. Но мы сегодня постараемся пройти до куда-нибудь. Ну, а выставьте лайк, подписывайтесь. Ой, я хотела сказать всем пока. Мы начинаем первый уровень. Начинаем его! Ребята, я по ходу прикола реально не знаю, но... Сами смотрите. Это баг какой-то или что? Когда я их ставлю, с ними что-то страшное происходит. Понимаете? Ну, я не знаю, что с ними происходит. Вот я реально их ставлю просто, и они начинают свои бесности. Вот еще раз. Вот это плохо. Я не знаю, почему так, но это мега странно. Реально странно, конечно, но... Ой, водичка пришла. Не полетели, походу. Жалко. Жалко. Ну ладно, мы продолжим. Итак, итоги первого левела. Первый левел оказался очень нравится. В том случае, то, что вы сами видели, это трэш какой-то. Я не знаю, почему так, но это довольно круто. Ну, не знаю насчет второго уровня, но начинаю второй уровень. Итак, итоги второго уровня. Второй уровень показался таким же легким. Я его прошел, ну, почти с минами. Реально, мины мне помогли. Следующий уровень. Опять же, легче уровня не видел, потому что двойные мины — это просто имба. И получили мы с вами дракона, как ни странно. Он уже тоже хороший, и мы получили следующий. Он говорит бла-бла-бла. Опять же уровень пришелся мега легко. Я не знаю. Ну, конечно, зомби с ведром, конечно, довольно сложненький, но это легко дня. Я легкий, я легче. И что у нас?